За сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, один был ранен. На Луганском направлении боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом тяжелые вооружения не применялись. На Донецком участке оккупанты 8 раз обстреливали позиции украинских войск. В ряде случаев применялись запрещенные вооружения. На Мариупольском направлении было 11 обстрелов. В 2 из них противник применял минометы. Верховная Рада должна принять законопроект о пенсионной реформе на следующей неделе. Об этом говорится в официальном заявлении посольства G7. В нем отмечается, что эта реформа является одним из крупнейших вызовов для любого государства. Также в заявлении выражается решительная поддержка плана пенсионной реформы, предложенного правительством Украины. Послы стран Большой Семерки особо подчеркнули, что проект закона предусматривает прозрачную и справедливую формулу начисления пенсий, которая теснее связывает пенсионные выплаты с пенсионными взносами, устанавливает гибкий пенсионный возраст, привязанных к продолжительности официального стажа работы лица, а также стимулирует участие в системе. Предложенная реформа будет способствовать экономии бюджетных средств путем совершенствования учета и стабильности пенсионного фонда. Мексиканские археологи обнаружили в центре Мехико руины древнего здания ацтеков. Здесь в доиспанские времена стоял город-государство Теночтитлан. В начале 16 века конкистадоры разрушили его, но перед этим ацтеки оказывали яростное сопротивление. В доме, от которого остались только руины, жили знатные представители этой народности. В этом квартале испанцев преследовали, и, как это бывало у коренных американцев, они отняли у конкистадоров флаг и взяли их в плен. Археологи также нашли человеческие останки и погребальные принадлежности. Среди них различные фигурки, обсидиановые ножи и керамика. Все эти предметы и строительный материал здания указывают на то, что здесь жила именно знать. Эта находка позволила нам глубже проникнуть в историю, и теперь мы сможем сохранить это место. Испанский конкистадор Эрнан Кортес со своими солдатами завоевал Теночтитлан в августе 1521 года после 70-дневной осады. Императора ацтеков Монтесуму II убили, а город разрушили. Вскоре пала и Ацтекская империя. На руинах Теночтитлана вырос Мехико. Археологи полагают, что здесь их ждет еще много находок. Десятки тысяч человек из разных уголков мира собрались на главной площади древнего испанского города Памплона. И туристы, и местные жители с нетерпением ожидают начала знаменитой фиесты «Сан-Фермин». Об открытии фестиваля оповещает сигнальная ракета «Чупинаса». Запускают ее с балкона мэрии. Фиесту официально приветствуют на испанском и баскском языках. Да здравствует Сан-Фермин! Да здравствует Сан-Фермин! Фиеста Сан-Фермин известна бегами от разъяренных быков, которые местные жители называют «Энсьерро». Они будут проходить каждое утро в течение недели. Смельчакам придется убегать от 6 грозных животных. В остальное время город будет веселиться. В дни фиесты проходят карнавалы, костюмированные представления, шествие огромных кукол. И, конечно, праздник не обойдется без знаменитой корриды. Своей популярностью у иностранных туристов фиеста Сан-Фермин во многом обязана Эрнесту Хемингуэю. Впервые писатель попал на праздник в 1923 году. Атмосфера фестиваля заворожила его, и он приезжал в Памплону вплоть до 1959 года. Этому празднику Хемингуэй посвятил повесть «И восходит солнце». Каждый год на фиесту Сан-Фермин приезжают от 1 до 3 миллионов туристов. Фестиваль длится чуть больше недели. Празднуют фиесту в Памплоне уже больше 8 столетий.